жили люди еще при ее жизни, за помощью и советом, утешением и молитвой, и всех она привечала и утешала, хотя сама лежала беспомощной много лет. Идут и сейчас, когда она причислена к лику святых, земле белорусской просиявших. Идут страдающие недугами и те, у кого не заладилось в жизни. Идут пожилые и юные, идут стужу и метель, идут слякоть и зной. Идут в любое время года, с утра и до ночи. И идут за помощью и утешением к матушке Валентине. Идут к могилке, ее месту последнего упокоения. Февраля 2006 года по новому стилю состоялась ее канонизация синодом Белорусской Православной Церкви при многочисленном стечении верующих и священств. Ее молитвам ко Господу и Пресвятой Богородице многие страждущие братья и сестры получили и получают чудесные исцеления души и тела. О чем будет говориться в многочисленных свидетельствах православных людей. Единодушно с пастырским попечением определяет Валентину Федоровну Султовскую причислить к лику вместо чтимых святых Белорусской Православной Церкви в чине блаженных. Число почитающих святую блаженную Валентину Минскую возросло многократно. О ней узнали многие люди и за пределами Беларуси. Паломники, желающие молитвенно пообщаться с матушкой Валентиной, ежедневно прибывают к ней на скромный сельский погост. Радуйся, невесто, не невестная, царице, мати деву, руно все покрывающее, радуйся, невесто. К матушке паломники идут пешком и на машинах, автобусах и электричках. Особенно многолюдно в день ее прославления, 6 февраля по новому стилю. От кафедрального собора в Минске, где состоялась ее канонизация, и до скромной могилки возле деревни Коски, где почивает ныне святая блаженная Валентина Минская. На встречу с матушкой
идут в любую погоду, и ее молитва всех укрепляет и согревает, дает силы немощным и веру желающим. И свете паче всех свету, радуйся невесту, не невестная, честнейшая владычице всех небесных воинов, радуйся невесту, не невестная, всех праотцев. Говорят, в силу ее молитвы многие почувствовали сразу во время ее прославления в кафедральном соборе. Празднование церковной памяти блаженной Валентины Минской установить по юлианскому календарю 24 января или 6 февраля, в день ее кончины, а также в день Собора Белорусских Святых, в третью неделю по Пятидесятнице. Чудеса по ее молитвам совершались еще при жизни, и теперь уже есть многочисленные свидетельства ее чудесного заступничества пред Пресвятой Богородицей и Спасителем. Их сотни таких утверждений от людей, их получивших от Матушки. Многочисленные людские потоки, словно морские волны, постоянно притекают к Матушке. Кто в одиночку, кто группами, а кто и со священниками, служат молебны, читают молитвы и акафисты святой блаженной Матушке Валентине и просят ее, ходатайцу пред Богом, о своем сокровенном, о своем наболевшем. Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Любовь к Матушке, вера в силу ее молитвы и в помощь жива не только в народе. Почитают за правило приходить за благословением к Матушке и священство, и архиереи,
и она не оставляет без помощи вся приходящего к ней с верой и надеждой. Святая праведная Мать наша Валентина, моли Бога, Святая блаженная Мать наша Валентина, моли Бога, Святая блаженная Мать наша. Вот и идут нескончаемым потоком люди к святой, блаженной матушке Валентине Минской. Идут за ее помощью и утешением к своей любимой матушке. Душами аки голубица, светлую явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнение. Покаяние зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мати Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.